Сегодня в Ханты-Мансийске вручат награды победителям премии признания. Это окружной конкурс социально значимых проектов и успешных гражданских практик. Премии в Югре вручают уже 15 лет. За это время ее лауреатами стали 60 участников. Это общественники, руководители организаций и благотворительных фондов, гражданские активисты. В этом году на конкурс заявилось 30 участников из 12 муниципалитетов Югры. В результате выбрали 7 победителей в каждой из номинаций. Так, премию «Гражданское слово» получила программа телеканала «Югра» с 7 до 10. Также члены жюри отметили научную экспедицию «Славянский ход», организованную Обществом русской культуры, организаторов городского пикника в Ханты-Мансийске, еще один победитель проект «Развиваемся, играя». Его участники создают развивающие тактильные книги для детей с ограниченными возможностями здоровья. Премию признания получит и Центр добровольчества в Нефтеюганске.